Уважаемые пассажиры, платформа номер 6 будет полностью велосипедная стена. Апреля, воскресенье, для всех велосипедистов Санкт-Петербурга был знаменательный день. День открытия летнего велосезона 2015 года. Люди самых разных возрастов, от мала до велика, участвовали в велопробеге, который стартовал в Рощино, а финишировал в центре города, на Дворцовой площади. У нас есть берлинская колонна и поезд «Велосипедная стрела». Это колонна, которая идет с велосипедистами с Рощино, проходит Сестрорецк и так далее. И там уже более 1500 человек. К ним присоединяются все больше и больше людей. Здесь у нас как бы центральная площадка праздника. Здесь тоже уже, наверное, больше, наверное, 1500 людей. Вот, Гарден-Сити. Отсюда мы гала-колонной, значит, в которой будет минимум 3000 человек, поедем на Дворцовую площадь. Ну, Alien Bike – один из наших спонсоров. Это три велосипедных мастерских. У них работает. Ну и вот, а я сегодня на новом велосипеде буду пробовать. Открытие сезона собирает толпы людей. И вокруг нашего магазина не зря находится такое количество людей в очереди. Потому что мы предоставляем бесплатные мастерские. Многим нужно помочь, и мы постараемся охватить всех. Серые тона пейзажей и влажность, столь типичные уже для Санкт-Петербурга пасмурной погоды, были украшены яркими улыбками и хорошим впечатлением велосипедистов, которые, несмотря ни на что, ехали в самый центр города, чтобы показать, как их много и как важен для них велосипед, потому что это свобода передвижения, это общение с друзьями, это часть жизни. Открытие для нас – это очередная встреча с друзьями. Очень нас порадовала сегодня питерская погода, которая нас встречает практически вот каждый год такая. Вообще сегодня замечательный день просто был у нас, открытие велосезона. Специально приехал, да, в Рощино, даже вот 8 километров от Рощино с ночевкой, стиль жизни, вот. Вот, весь мир можно посмотреть, проехав на велосипеде, то есть ни на автомобиле, ни пешком вы столько не посмотрите. Скажи все, что наболело. Выходи, вперед. Ты самый маленький, выходи вперед. Почему? Самый главный. Я не самый главный. Да, просто катаемся и катаемся.